Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Эдуард Питерсон, и сегодня я хочу рассказать о первом месяце группы успеха Людмилы Кологи, которая уже прошла, что мы получили и что мы хотим дальше получить от этого. Мне очень понравилось занятие Task Force. Это вообще буквально бомба в мире MLM, и не только в мире MLM, которая позволяет нам так построить свое дело, так построить свою организацию, свое время, что мы можем достигать многого. Я теперь понял, почему Людмила так много всего успевает. Меня это сильно поражало. Теперь мы это знаем. Также мы изучили последний КАЗ, посвящен программному обеспечению, которое можно использовать на компьютере для того, чтобы экономить свое время. Это очень интересно было. Теперь мы будем это изучать. Хотелось бы дальше изучать такие темы, как экономить свое время, как использовать интернет, как использовать правильный компьютер, как развиваться не только в плане холодных контактов, но и в плане проведения презентации. Ну и много-много другого, чего Людмила нам еще много чего даст. И надеюсь, вы тоже подключитесь и будете слушать вместе со мной «Круг успеха». До встречи!